В этом видео я дам самую полную, понятную и самую подробную инструкцию по кошельку Trust Vault. Я объясню, как им пользоваться, какие кнопочки надо нажимать, какие вообще не стоит и все, что касается данного кошелька. Не будем медлить, поехали. Первое, что нам с вами нужно сделать, это скачать его. Открываем Play Market, либо же App Store, скачиваем и нажимаем кнопочку «Открыть». У нас потихонечку прогружается, все, нас приветствует, владеете, контролируете и используйте возможности всех цифровых активов. Нажимаю кнопочку «Начать», и нас перекидывает к следующему пункту. Либо создать новый кошелек, либо добавить уже имеющийся. Но так как вы ищете видео Trust Vault для новичков, я думаю, что все-таки нам нужно сначала его создать. Нажимаю кнопочку «Создать кошелек». Придумываю пароль, любой, какой мне вздумается. Подтверждаю его. И, соответственно, далее у нас резервное копирование сид-фразы. Вообще, я вам даже не рассказал про то, что такое вообще Trust Vault в целом. Trust Vault — это децентрализованный, некастодиальный кошелек. Что значит то, что им никто не управляет. Если на бирже, когда вы регистрируетесь, на Байбите, на Binance, на любой другой бирже, данные вашего аккаунта есть у службы поддержки. Данные аккаунта есть, грубо говоря, у владельца биржи. Ваш кошелек могут заморозить, могут вам отменить какую-либо транзакцию, не дать ее сделать и, в общем, препятствовать вашей спокойной, свободной торговле. Здесь децентрализованный кошелек. Никем не управляется, и он только ваш. Данные, которые касаются вашего кошелька, только ваши. Сид-фраза – это ваш пароль, который состоит из 12 или 24 слов. Также количество слов там при определенных обстоятельствах можно увеличить. Если кто-то другой знает ваши слова по порядку, каждое слово, то он имеет полный доступ к вашему кошельку. То есть никогда никому не сообщайте резервную фразу. Это сейчас дальше вам здесь объясняю. Я нажму кнопочку «Копировать вручную». Эта сид-фраза является мастер-ключом для доступа к вашему кошельку. Это то, о чем я вам рассказывал. То есть даже команда Trust Vault не знает вашу сид-фразу. Я здесь соглашаюсь со всеми условиями использования, нажимаю кнопочку «Продолжить». Мне показывают мою секретную фразу. По порядку. Первое слово, второе и так далее до 12. Вы можете ее скопировать в буфер обмена, и даже скрин у вас не получится сделать. Если я сделаю скриншот, он у меня будет пустой. Вот. Ничего нету. Нажимаю «Готово», сохраняю в галерее, и, соответственно, мне все эти слова нужно куда-то выписать. На листочек, лучше на два листочка, чтобы вы никуда ее не потеряли. Я сейчас это сделаю и покажу, что делать дальше. Все, я себе фразу скопировал. Вот, мне здесь ниже пишут «Никогда и никому не передавайте сид-фразу». Можете нажать, почитать, что здесь пишут про нее. Нажимаю кнопочку «Продолжить». Теперь нужно восстановить свою сид-фразу, которую вы только что записали. У меня она вот такая. Все, я свою сид-фразу восстановил, нажимаю кнопочку «Подтвердить». Этим самым я создал себе кошелек. Все, поздравляю, у вас теперь есть свой кошелек Trust Vault. Можете сразу включить пуш-уведомления, да, то есть если там какой-нибудь депозит будете делать или любые другие действия с кошельком, вам будет приходить уведомление. Первое, что мы с вами видим, это кнопочка настройки. Все буду показывать слева направо, сверху вниз, как для обычных нормальных людей. Нажимаем кнопочку настройки и посмотрим, что же там есть. Первый раздел — это раздел кошельки. Давайте его откроем. Здесь у нас основной кошелек, мультимонетный кошелек. Что это значит? Это значит, что там много монеток может содержаться, то есть любые монеты, которые есть на бирже. Если я нажму кнопочку плюсик, то есть добавить, здесь я смогу создать новый кошелек, да, соответственно, сделать новый, создать и подключить его в этот кошелек. У вас сразу будет, грубо говоря, несколько аккаунтов в одном кошельке. Либо же добавить существующий кошелек любого проекта. То есть, допустим, вот давайте я нажму «Секретная фраза». И здесь, видите, там и Ion, и Akash, и Algorand, и Aptos, и Arbitrum. Любой кошелек, который я захочу, я могу сюда к Trust Vault подключить. Нажимаю Arbitrum, ввожу секретную свою фразу с того кошелька и нажимаю кнопочку «Восстановить кошелек». У вас будет сразу доступ к своему кошельку другого проекта. Ну а если ты хочешь развиваться в криптовалюте каждый день, если ты хочешь научиться пользоваться всем, что есть в нашем большом криптовалютном мире, обязательно переходи в наш телеграм-канал. Там я даю сигнал на движение каких-либо цифровых активов, показываю мероприятия, в которых я участвую, на которых я зарабатываю, на которых зарабатывают мои подписчики и много-много другое в нашем телеграм-канале. У нас там есть свой чат, там есть и опытные трейдеры, и новички. Там тебе всегда помогут с любым возникшим вопросом. Переходи и подписывайся. Также я могу использовать кошелек только для просмотра. Точно так же нажимаю, добавляю, и у меня не будет возможности зайти в кошелек. Я просто буду видеть, какие там есть активы. Это нам с вами не нужно, мы отсюда с вами выйдем. И пойдем в следующую вкладку, это оповещение о цене. Давайте сюда перейдем и посмотрим, что здесь. Ну, здесь как бы на самом деле ничего сложного нет. Я могу добавить оповещение о цене какого-либо актива. Нажимаю кнопочку плюсик, нажимаю кнопочку поиск. Здесь ввожу, пусть будет LINK или LTC, пусть будет Litecoin. И меня каждый раз о цене Litecoin, когда она будет преодолевать какие-то важные для себя уровни сопротивления и поддержки, либо же сильно падать, сильно расти, меня будут оповещать. Мне будут приходить пуш-уведомления вам на телефон. Следующее — это адресная книга. Вы сюда можете добавить адреса кошельков для более быстрого перевода между биржами, допустим. Если я не хочу каждый раз смотреть, копировать кошелек, каждый раз его вводить вручную, я могу сюда добавить адрес кошелька, ввести сюда его название и все. Просто буду нажимать кнопочку «Перевести». Это очень быстро, круто работает. Следующая кнопка — сканировать QR-код. Если я его открою, соответственно, там будет скан кода, чтобы перевести, допустим, криптовалюту. Вы можете сделать по этому QR-коду депозит или
или наоборот внести средства на ваш кошелек. Следующая кнопка — это Wallet Connect. Давайте сюда зайдем, ну это по сути то же самое. Сюда вы можете подключать какие-либо децентрализованные приложения. Точно так же, если я нажму кнопочку «Добавить новое подключение», у меня откроется камера, там нужно будет сканировать QR-код. И, допустим, на компьютере вы нашли себе там какое-то децентрализованное приложение, пусть будет какой-нибудь PancakeSwap, и, соответственно, отсканировали код, сюда добавится. И автоматически ваш Trust Wallet подключился к какому-либо стороннему сайту. Теперь вы с этим сайтом можете совершать какие-либо взаимодействия, проводить транзакции, депозиты, выводы и все, что касается транзакций. Перейдем назад, следующая кнопочка у нас «Настройки». Здесь мы можем выбрать базовую валюту, язык приложения, ну и, в общем, все, что нас особо не касается. Также у нас здесь есть браузер, то есть вы можете прямо на базе своего кошелька Trust Wallet искать все, что угодно, подключаться к сайтам, таким как, допустим, OneInch, PancakeSwap, Uniswap, в общем, различным децентрализованным приложениям. Назад идем и по вкладку «Безопасность». Здесь, соответственно, либо ваше Face ID, либо пароль вводите, можете настроить вашу безопасность. Следующая кнопка — уведомления, ну, то есть то, о чем мы с вами уже разговаривали, пуш-уведомления различные и прочее, ну, то есть как в любом другом приложении. Центр поддержки можете написать, если какой-то вопрос есть о нас, то есть проекты, whitelist, сайт, в общем, можете все отчитать, что касается кошелька Trust Wallet, ну и его соцсети. Нам, в принципе, это больше вкладочка не нужна, нажму кнопочку «Назад» и перейду в основной кошелек. Следующая кнопка, которую я вижу справа, это «Управление криптовалютами». То есть здесь я могу себе на основной экран добавить новую криптовалюту. То есть, видите, у меня здесь биткоин, эфириум, BNB, TVT, Matic, я могу сюда добавить, скажем, криптовалюту Alga. Да, вот я нажму, перейду назад, и теперь у меня внизу есть криптовалюта Alga. Соответственно, далее у нас основной кошелек. Мы можем его спрятать, чтобы никто не видел наш баланс. Можем перейти на какой-либо другой кошелек, который мы предварительно себе добавили через настройки. Ну, соответственно, скопировать адрес ваших контрактов, потому что разные монеты можно перевести в разных сетях. То есть у биткоина, допустим, адрес начинается BC, у эфириума там с нолика начинается и так далее. Можете скопировать адрес, куда вам будут переводить криптовалюту. Также можем установить уведомления, но здесь нам с вами это не нужно делать. Ну и, соответственно, далее кнопочки. Отправить, получить, покупка, продажа и история. Вот их мы с вами и обсудим. Первое, что нам с вами нужно сделать, это, естественно, получить криптовалюту. У меня пустой кошелек, мне сюда нужно завести денежку. Как это сделать? Для того, чтобы мне получить криптовалюту на мой кошелек Trust Wallet, я нажимаю кнопочку «Получить», выбираю сеть, в которой буду получать, у меня это будет BNB Smart Chain. И, соответственно, любые активы в сети BNB я могу сюда переводить. Но для того, чтобы не было у меня проблем, я всегда это делаю через саму криптовалюту. То есть, допустим, я беру, перехожу в управление криптовалютами, здесь ввожу USDT, выбираю сразу сеть, в которой я хочу, чтобы мне USDT мои пришли. Вот, допустим, у меня здесь BNB Smart Chain, для того, чтобы точно все было нормально. Подключаю ее, и у меня теперь на главной странице USDT именно в сети BNB. То есть я спокойненько ее получу. Нажимаю кнопочку «Получить». Здесь по вот этой кнопочке нажимаю «Копировать адрес», закрываю и перехожу уже на биржу. На бирже у меня это будет биржа Bybit. Если, кстати, вы на ней еще не зарегистрированы, вы можете это сделать с максимально лучшими условиями по ссылочке в описании. Соответственно, захожу в биржу, нажимаю кнопочку «Активы» в раздел «Финансирование». Здесь выбираю криптовалюту, которую хочу перевести. У меня это USDT. Нажимаю кнопочку «Вывод средств». Здесь ввожу адрес, который я скопировал у себя в Trust Wallet. Да, разрешаю. Выбираю сеть. У меня это BNB. Внимательно очень смотрите. В любом случае перепроверяйте 10 раз. BEP20 это Binance Smart Chain. Вот я ее выбираю. Все, я ввел адрес. Сюда ввожу сумму, которую собираюсь переводить. У меня это 101 USDT. И, соответственно, далее нажимаю кнопочку «Вывод средств». Сейчас я буду проходить различные подтверждения через почту, через аутентификатор и далее покажу, что делать. Пока идет транзакция, я расскажу далее, что есть в кошельке. Кнопочку «Отправить» мы с вами позже обсудим, то есть то, как вывести деньги со своего кошелька Trust Wallet куда-либо, это позже обсудим. Также вы можете прямо с кошелька купить криптовалюту. Нажимаю кнопочку «Покупка», выбираю сеть, в которую буду покупать, и криптовалюту, которую собираюсь купить. Давайте, допустим, я хочу купить BNB. Нажимаю «Покупка BNB». Здесь, соответственно, выбираю валюту, в которой собираюсь покупать. Ну, я думаю, что все будут покупать через доллары, да? И здесь есть методы оплаты. С помощью Apple Pay, с помощью там кредитной карты какой-либо, цифрового кошелька. И также нам показывают поставщиков. То есть те, кто вам, грубо говоря, предоставляют возможность купить BNB. И курсы, по которым BNB продается либо покупается. Честно, я не вижу смысла покупать через кошельки децентрализованные, да? Это делается только в случае, если вас пугает верификация на биржах, да? То есть вы не хотите там свои документы оставлять. Или если вам нет 18, у вас вот такая есть возможность покупки. Вот, ну и, соответственно, с помощью Apple Pay, если нажму «Купить», у меня будет подключение. Там дальше я иду по инструкции, ввожу свои данные, сколько я хочу купить, карту и прочее. Ну и, собственно, покупаю криптовалюту прямо через кошелек Trust Wallet. Далее у меня кнопочка «Продажа». Могу прямо здесь продать любую криптовалюту, которая у меня есть. И нажимаю кнопочку «История». Именно здесь будут все ваши переводы,
депозиты, снятия и прочее. Видите, у меня транзакция уже проходит. То есть вот написано у меня плюс 101 USDT. Это значит, что мои деньги пришли. В случае, если вы не можете найти свою транзакцию, если есть какая-то проблема, видите, что деньги долго не приходят, вы можете зайти в обозреватель. Выбираем актив, который мне должен прийти. Допустим, у меня это были USDT, да, Binance в BNB. Нажимаю кнопочку BNB, меня переносит в BNB скан. То есть здесь я могу отследить любую транзакцию в блокчейне, в любом блокчейне. Могу отследить транзакцию в биткоине, в эфириуме, в BNB. Здесь я должен буду ввести хэш транзакции и ID транзакции, ну а также сумму там и всю информацию, которая нашей с вами транзакции касается. У меня почему-то очень плохо прогружает. Я здесь в любом случае не собирался вам показывать все от и до, потому что смысла в этом особого нет. То есть вы на бирже заходите в раздел ордера, смотрите хэш, смотрите адрес, которого вы пополняли, ну и соответственно там все по инструкции вбиваете. Нажму кнопочку назад и перейду в основной кошелек, где у меня пока что почему-то не отображается, что деньги пришли. Вот только что обновил, и все хорошо. Соответственно, вот мои USD-шки, они у меня в сети BNB Smart Chain сразу подписано. А почему подписано? Потому что может быть любая другая сеть. То есть, допустим, если вам человек в TRC переводил, вот здесь вы должны были бы выбрать USDT и ищем там TRC20 или Aptos, или Arbitrum. То есть любую другую сеть, в которой вам собираются перевести крипту. Также у нас на главном экране есть раздел NFT. Если у вас есть какие-то NFT-шки, можете сюда их перенести, либо же купить на базе Trust Wallet NFT и здесь их разместить. Во вкладке «Обмен» мы можем поменять одну криптовалюту на другую, даже в другой сети. Допустим, я выберу здесь BNB Smart Chain, это наша сеть, и актив USDT. Я хочу выбрать, допустим, Arbitrum. Поставлю Arbitrum в сети Ethereum. И мы видим курс, да, соответственно, по которому мне собираются обменять. Вот здесь я нажму максимально, то есть все хочу обменять. И мне показывают, сколько я арбитрумов и по какому курсу получу в случае, если соберусь сделать эту транзакцию. Также мне показывают поставщика, собственно, ликвидности, то есть поставщика этого арбитрума в сети Ethereum. Ну и, соответственно, комиссии за маршрутизацию и прочее. Если у вас есть возможность торговать на бирже и депозиты не такие огромные, то лучше все вот эти операции делайте на бирже. Проще, легче, меньше комиссии отдадите. А во вкладке настройки здесь у нас неограниченное распределение, потоки торчейн, это мы сами не будем разбирать. И давайте перейдем во вкладку заработок. Что же здесь есть? Во вкладке заработок у нас по сути стейкинг. То есть здесь мы можем стейкать какую-либо криптовалюту. Вот давайте перейдем, допустим, на BNB. Не знаю, почему-то мне вот хочется именно BNB. Нажму кнопочку стейкинг и здесь выбираю сумму, который я готов застейкать, там, допустим, 20 BNB. Выбираем валидатора, то есть того, кто нам предоставляет эту возможность со своими условиями. То есть различные сайты, различные смарт-контракты нам предлагают застейкать нашу с вами BNB-шку под определенные проценты. APR – это процент годовых, то есть то, сколько в год вы будете получать тупо с того, что у вас деньги лежат в стейкинге. Ну, соответственно, все условия стейкинга чуть-чуть ниже описаны. Опять же, если есть доступ к биржам, если есть доступ к проектам, лучше стейкинг делать там, потому что здесь условия в любом случае хуже, ввиду отсутствия KYC-верификации, ввиду того, что здесь может любой зарегистрироваться, неважно какого возраста там и статуса. В общем, если у вас есть возможность, то лучше через биржу. Далее кнопочка «Подробнее». Здесь мы можем посмотреть различные новости, опять же стейкинг, курсы различных криптовалют. Ну, в общем, все, что касается рынка криптовалют. Далее у нас браузер. Как я уже объяснял, именно здесь мы можем найти какой-либо смарт-контракт. Допустим, PancakeSwap. Сейчас покажу, как это сделать. Я рекомендую, чтобы не попадаться на какой-либо скам, на какую-либо фишинговую атаку, да, подделку сайтов, лучше найти в любом браузере официальный сайт, вот как я сейчас нашел, допустим, в Гугле, PancakeSwap Finance. Нажимаю кнопочку Connect, Trust Wallet. Этот сайт пытается открыть другое приложение, то есть наш с вами Trust Wallet. Разрешаю, и меня перекидывает прямо на страничку Trust Wallet, именно в браузер, то, где я вот только что был. Только я там ничего не вводил, потому что как только я наберу PancakeSwap, там будет 500 сайтов разных. Естественно, там это 499 из 500, это скам будет. Один только, один официальный, лучше его найдите через любой другой браузер и сюда ссылочку вставьте. Нажимаю кнопочку Connect, Trust Wallet, запрашивает подключение к вашему кошельку. Нажимаю кнопочку Connect и, соответственно, все. Наш кошелек подключен, теперь я могу делать какие-либо действия через PancakeSwap. Спокойно могу купить криптовалюту, продать ее прямо на сайте PancakeSwap Finance. Также в истории браузера у нас останется, собственно, сайт, который мы посещали. Все как в любом другом браузере. Нажимаю кнопочку «Главное», и теперь нам нужно перевести криптовалюту обратно. Допустим, на биржу или там на другой любой кошелек вывести. Ну и теперь, как отправить средства с вашего Trust Wallet на любой другой кошелек? То есть, как вывести криптовалюту с Trust Wallet? Нажимаю кнопочку «Отправить», «USDT»,
Здесь я ввожу адрес, куда мне отправлять, да, соответственно, на бирже захожу, монетку USDT, депозит, выбираю сеть, в которой я, соответственно, собираюсь совершить депозит, это BEP20, копирую адрес кошелька, перехожу вновь в Trust Wallet, здесь его вставляю, а сумма у меня максимальная, то есть все, что я хочу, и далее. И оп, у нас проблема. А как вывести? Пишут, что у вас недостаточно BNB. Комиссии в децентрализованных кошельках берутся в токенах проекта сети, в который вы переводите. То есть, если вы берете и хотите сделать перевод в BNB, комиссия у вас будет в BNB. Если захотите перевод сделать на арбитруме, комиссия будет в арбитруме. На бирже с вас берется комиссия в USDT в большинстве случаев. В децентрализованных кошельках, в монетах проекта, в сети которого вы переводите. У вас есть два варианта для того, чтобы пополнить ваш кошелек BNB-шками. Это либо с биржи перевести, либо во вкладке «Обмен». Но в обмене у вас не получится это сделать, потому что здесь точно так же для того, чтобы обменять одну криптовалюту на другую, нужно платить комиссию в сети данного проекта. Вот видите, нажимаю кнопку «Продолжить», у вас недостаточно BNB. Соответственно, для того, чтобы нам вывести все наши бабки, нам нужны здесь BNB-шки. Нажимаю кнопку «BNB», «Получить», копирую адрес, перехожу на биржу, здесь точно так же ищу BNB-шки, их я буду выводить, нажимаю кнопку «Вывод средств», ввожу адрес, который я скопировал на Trust Wallet, разрешаю вставку, выбираю сеть BEP20, максимальное количество BNB, которых я хочу вытащить отсюда, ну и, соответственно, нажимаю кнопку «Вывод средств», подтверждаю, что да, это я делаю этот вывод, прохожу различные подтверждения и потом покажу, что делать дальше. Все, наши деньги пришли. Опять же, вновь мы можем посмотреть в истории наших с вами переводов. Ну и, соответственно, для того, чтобы отправить, нажимаю кнопочку «Отправить», USDT, здесь ввожу адрес, который беру на бирже, USDT, депозит, BEP20, здесь копирую адрес, который мне дают, перехожу вновь в Trust Wallet, здесь ввожу адрес, сумму, то есть всю, которую я хочу вывести. И, соответственно, здесь пишут детали моей транзакции, комиссию, которую с меня возьмут и прочее, прочее, все, что касается вывода нашей с вами криптовалюты. Все, транзакция в обработке, можем посмотреть сразу детали транзакции. Перейдем сюда и посмотреть, что статус, видите, в обработке. Если нажму кнопочку «Информация», меня перекинет на инструкцию. Можете почитать, как вообще работают переводы в криптовалюте, чтобы разобраться окончательно и максимально подробно. Ну, а нам с вами остается только ждать вывода. Пока идет вывод, я покажу еще одну прикольную фичу, которую можно сделать здесь, но которой я лично не пользуюсь, потому что не работаю с Binance. Если в вашей стране все нормально с Binance, у меня в России все не очень. Нажимаю кнопочку BNB и здесь могу, допустим, нажать на кнопку «Получить» ввод с биржи. Нажимаю и прям могу сюда подключить свой аккаунт бинансовский, чтобы вот то, что я сейчас делал, заходил на биржу, потом на Trust Wallet, потом обратно, копировал адреса, вот это все долго, муторно не делать. Можем подключить бинансовский аккаунт, если вы пользуетесь бинансом. И открываем его здесь. Соответственно, нет, это мне не нужно. Видите, я даже его не обновлял. То есть здесь нужно будет зайти в ваш аккаунт и все по инструкции сделать. Там подключаете кошелек, нажимаете кнопку «Connect», подтвердить, все, ваш кошелек подключен, теперь вы можете пользоваться средствами, которые есть на Binance, у вас здесь в Trust Wallet. Перехожу вновь в историю, и наш статус выполнено, то есть депозит у нас на бирже пополнен, с Trust Wallet деньги ушли. Я вас поздравляю, вы научились пользоваться Trust Wallet. Что вот так вот быстро, просто, я надеюсь, максимально интересно мы разобрались с вами с кошельком Trust Wallet, вы теперь умеете им пользоваться, сможете и отправить криптовалюту, и получить ее без каких-либо проблем. Вы были на канале Денисов Трейд, если тебе видео понравилось, обязательно поставь лайк, подписывайся на канал. Всем пока.